В Орске может появиться памятник плохотнику. Об этом сообщает интернет-портал orsk.ru. На аппаратном совещании в мэрии Орска заместитель главы председателя комитета архитектуры и градостроительства Сергей Литвиненко рассказал, что главный художник города Олег Китаев подготовил эскизное предложение. Но пока журналистам не удалось выяснить какие бы то ни было подробности. Напомним, Борис Плохотнюк погиб в декабре прошлого года. Тогда в Орске на дороге возле кладбища Степное взорвался и сгорел автомобиль экс-депутата Государственной Думы. Кто именно погиб в машине, долго не могли установить. Тело водителя сильно обгорело. Спустя полгода эксперты установили, что это был действительно Борис Плохотнюк. Жителям области Борис Владимирович стал известен в 2000 году, когда стал заместителем губернатора Оренбургской области, а с 2003 по 2007 был депутатом Государственной Думы 4-го созыва. Неоднократно в ряде СМИ звучала версия о самоподрыве, однако следователи пока не дают официальных комментариев по этому поводу. В ближайшее время ожидают заключения экспертов. На сайте Орск.ру информация о появлении памятника Борису Плохотнюку бурно обсуждается. Мнение людей об этом неоднозначное.